Здравствуйте. Вы пишете, что меня помазали помазанием Есфири. Объясните, пожалуйста, что это значит. Но прежде всего надо было спросить у тех, кто помазывал, потому как, скорее всего, они что-то чувствовали и вкладывали в это состояние. Но то, что я могу сказать чисто со стороны, то помазание Есфири – это помазание власти над территориями, за которые надо полагать цену. И Есфирь ее полагала. Поэтому сначала подготовка к этой позиции, а потом и влияние через ту способность смиряться, через способность понимать, какое сердце у господина и чего он любит, и тогда двигаться через этот уже канал. Поэтому узнавать, что любит наш Бог, узнавать, что для него ценно, и стоять в этих ценностях, тогда мы можем повлиять на большие территории, чем только за свою жизнь. Потому что, как вы знаете, Есфирь могла спасти всю нацию в том месте, где они находились в плену. Поэтому благословение вам рассмотреть по деталям жизни Есфири, задавая Богу вопросы в вашем призвании и в вашем месте жительства. Всего доброго!